Магадане в течение нескольких часов, несколько десятков человек вызволяли из беды беспородного пса. Ради спасения этой дворняги в порту Магадана была развернута целая спасательная операция. Посмотрите, пожалуйста. Магаданский порт на дрейфующей льдине собака. Скорее всего, портовая дворняга бегала по тонкому льду рядом с теплоходами. Видимо, искала еду. Не хочет плыть за нас. Холодно, хитро. Казалось бы, просто бездомная, никому не нужная дворняга. Но моряки устроили целую операцию по спасению животного. Вызвали портовую спецбригаду. Посмотрите, человек кинулся в холодную воду, добрался до собаки и дотолкал льдину до теплохода. Ради дворняги моряки и портовые службы потратили несколько часов.